Всем здравствуйте. На старую дверь придется заменить замок, бывший, который вышел из строя, на новый замок. Вот, как мы видим, старая дверь. И приступим к установке замка. Сперва вынимаем старый замок из старого места. И на это место будем ставить новый. Конечно, новый замок, он побольше размером. Вот мы раздолбили, как отверстие, оно пока грубо еще не обработано. Сейчас будем обрабатывать в дальнейшем. Но это уже отверстие под новый замок, так разбито. Старая дверь, конечно, ворсистая большая, влажность, как на улице это находилась дверь входная. И вот, что мы видим, результат. Результат будет, я думаю, нормальный. Приступаем вот сейчас подчистку сердцевины, где будет замочек стоять. Выдавливаем и почищаем все вот эти неровности, шероховатости. Убираем, расширяем под данный новый замок, который, соответственно, размером больше, чем старый был. Почищаем аккуратненько. И будем в дальнейшем сюда, в это гнездо, ставить новый замок. Почищаем это шероховатостью, убираем всякие разные неровности. Вот, соответственно, стамесочку берем по ширине этого замка. Ширина замка 14, стамесочку взял на 16 пошире чуть-чуть. И вот ставим замочек в это отверстие. Как мы видим, выдавленное отверстие подходит нормально замок. Сейчас отпишем контур этой планочки по окружности. И будем, соответственно, там продалбливать. Углубление называется замка по планке. Планочка это 2 мм в толщине. Вот на 2 мм будем по периметру везде углубляться. Отписали и тут в дальнейшем продалбливаем так углубление на эту толщину планки. Потом засверлим отверстие под сердцевину замочной скважины, ключевой, можно так сказать, точнее сердцевину. Вот, отписываем ее по размеру, накладываем замочек, отписали и просверлим все как нужно. Сейчас будем просверливать отверстие для стяжки двух планок накладных под ручки. Он идет на двух стяжках диаметром 6, но отверстие с одной стороны 6, другой идет, где наложена как раз гайка, утолщение там на 10 мм с другой стороны будем просверливать. Расфилим и, соответственно, будем производить стяжку этих двух пластинок рукоятки. Вот сейчас будем ставить болт один установочный, чтобы она нас не сбилась со стороны. И берем так же самое, аналогично первую, верхнюю, сверлим тоже верхнее отверстие под верхнюю стяжку. Когда мы просверлили, потом, соответственно, берем болты, стягиваем их между собой и, соответственно, замок у нас будет уже на месте стоять. Вот мы поставили замок, поставили ручки с накладками, как положено. Оно рабочеспособное все это. Сейчас мы проверим в работе, как, чтобы не заедал язычок самой защелки на замке, чтобы он свободно вращался. У нас, вот видите, он свободно вращается, не западает нигде. Все нормально, легко. Вот. Ну и, соответственно, так же самое надо проверить и замок, чтобы замок от ключа тоже не заедал. Вот проверяем его. Как видим, выдвижение идет нормально, плавное, не заедает, без ничего. Вот на этом поставили мы замок. Вот, и теперь вот проверяем. И теперь поставим так же самую пластинку, куда будет именно впадать замок и защелка. Поставили так же самое, продолбили больше отверстий, поставили на место пластину и проверяем, как она закрывается. Вроде бы все попало на место, теперь закрываем замок, чтобы он попал, не заедал, свободно ходил. Вот свободно он ходит. Ну вот и все.